Турецко-азерская свора, состоящая из потомков кочевых варваров и до сих пор не на 100% очеловечившая, рассматривает пожар в Нотр-Дам-де-Пари в контексте армянства. Шакалы поскуливают, дескать, Аллах наказал Францию за признание геноцида армян и за то, что в этом соборе 22 апреля должна была пройти месса в память погибших в геноциде. Скудный во всех отношениях головной мозг азербайджанских пропагандистов даже не понимает, что тем самым прикладывают еще одну версию в происшедшем, направляя стрелки в сторону Турции. Думаю, что французским властям стоило бы взять на заметку подобную версию. Что касается комментариев, то наш ответ таков. Неуважаемые потомки Ак-Гуюнов, белых баранов, Франция есть и остается страной с большинством христианским населением. И ей решать, чего признавать, а чего нет. Где проводить мессы, а где нет. Это Франция, а не авторитарный Азербайджан, держащиеся на плаву за счет 30% собственной нефти, оставленной компанией British Petroleum для увековечивания имени Гейдара Алиева и проведения в Баку всевозможных очковтирательств для народа, крупных мероприятий а-ля олимпиад и песенных конкурсов. Во Франции немало соборов, где можно будет провести мессу армянам. Ибо за несколько столетий армянских общин Франции армяне заслужили к себе уважение. Армяне в этой стране боролись за свободу Франции как в Первую, так и во Вторую мировой войне. Армяне Франции – это писатели, ученые, артисты, инженеры. Армяне во Франции не из ваших собратьев, которые поселились в ней за последние 30 лет и ничем, кроме как жить на пособие, не способны. Мы очень надеемся, что расследование пожара найдет виновников и благодарите того же Аллаха, на которого вы сетуете, что это расследование не выявит вас или ваших собратьев турецких. Нотр-Дам вам не храм из Западной Армении, где вы могли разгромить и не получить по заслугам, и не Хачкары в Джульфе, где ваши трусливые отцы, бежавшие от армян Карабаха, стали расправляться с камнями в отместку. Нотр-Дам – всемирно известный объект и душа Парижа, воспетый тем же Виктором Гюго в одноименном романе. И, кстати, есть там в этом романе персонаж армянин. Так что войте дальше. Теперь, собственно говоря, о самой сути темы, исходя из названия сегодняшнего выпуска. Как вы заметили, трусливые головорезы, не имеющие в своей истории ни одного героя, ни одной победы, ни одного удачного военного похода, не только борются со спящими людьми, камнями и храмами, но и пытаются привлечь в свои внутренние с армянами разборки представителей других национальностей. Будучи безбожниками, у которых в мечетях портреты Гейдара Алиева, азербайджанские пропагандисты пытаются как можно больше просить о помощи мусульман в борьбе против армян. А недавний случай с чеченцами, где азербайджанские граждане в Москве избили чеченца, так и вовсе вызвало волну передряг двух народов, и вместо того, чтобы извиниться, азербайджанская сторона пыталась отвести стрелки на армян. Не получилось. И вот новая попытка. В Баку прошла конференция с символическим названием «Как армяне захотели заселить Чечню». Автором конференции стал все тот же благодетель и член правления платформы мира для узколобых армян Резван Гусейнов и его друг, названный историком Олег Кузнецов. Или, как я его называю, человек с бегающими от стыда глазами. Причем, если вы погуглите, то об этом историке ничего не известно. Он фигурирует только в азербайджанских сайтах и несет несуразицу против армян. Еще его азербайджанцы любят называть ученым, хотя таковой степени у него нет и никогда не было.
Это тоже можно проверить. Итак, на конференции прозвучало, что в конце 40-х годов, когда чеченцев и ингушей стали депортировать из своих домов в Среднюю Азию, на их место дашнаки стали заселять армян. Мол, чеченцев переселяли, освобождая их дома для армян. Организаторами столь любопытного проекта были не кто-нибудь, а, внимание, дашнаки. Понимаете, если бы об этом говорили какие-нибудь мамеды, аскяры, мяшадейба или его хамбал в соцсетях, то я бы не придал значения. Но об этом говорят люди, представляющие себя с учеными степенями. Во-первых, вдумайтесь, где дашнаки, а где 1948 год. И представьте на минутку Сталина, которого бы убеждали в чем-то дашнаки. Ведь известно, что дашнаки были антисоветским элементом. А во-вторых, сами чеченцы знают о том, что армяне издавна жили на территории сегодняшней Чечни. Небольшим национальным сообществом, но достаточно интеллигентным и дружелюбным. В самих чеченских хрониках говорится, что это были люди разных профессий, сословий, педагоги, ремесленники, купцы, нефтяники и так далее. В Грозном существовали даже целые кварталы, в которых в основном проживали представители этой этнической группы. Так, только на начало 20 века в Грозном действовали армянская школа, библиотека, армянский театр, а в мае 1914 года открылось даже местное отделение армянского благотворительного общества. Также в Грозном существовал основанный армянами театр. Между чеченским и армянским народом никогда не было передряг. Различия составляли вероисповедание одних и других, культурные наследия. Кроме того, об армянах и чеченцах писали еще в те времена, когда понятие «азербайджанец» как национальность не существовало. К примеру, в Третьяковской галерее Москвы хранится картина русского художника Михаила Скотти, написанная в 1836 году армянин Нерсесов и чеченец Захаров. Автор изобразил портреты своих коллег. А теперь попытайтесь найти в источниках неазербайджанских национальность азербайджанец за 1836 год или позже. Ничего, кроме татарина, не увидите. Теперь о Чечне и для тех, кто не знает. Армян в Чечню не только никто не собирался заселять вместо чеченцев, но и, более того, именно Анастас Микоян является крестным отцом чеченской автономии, которую нынче вы сейчас видите на карте. В книге «Пройденный путь», автором которого является маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный, говорится: в январе 1923 года Анастас Иванович Михаян пригласил к себе Ворошилова и меня. «Подписан декрет в ЦИК», — сказал он, когда мы вошли в его кабинет. «Чечня объявляется автономной советской областью. Надо сообщить об этом чеченцам. Создана делегация, в нее входите вы оба, Левандовский и еще ряд товарищей. Возглавляю делегацию я. Завтра выезжаем в Грозный. Проведем митинг, созовем съезд, выберем ревком». Постепенно из Горской республики стали выделяться самостоятельные автономные национальные области. Получила автономию Кабардинская область, которая в начале 1922 года объединилась с Балкарской областью в Кабардино-Балкарскую автономную область. В том же 1922 году была образована и автономная Карачаево-Черкесская область. На сайте Чечен.Инфо под заголовком «Анастас Микоян, крестный отец чеченской автономии» сказано: чуть позже Анастас Иванович добился официального вхождения Грозного в состав Чеченской автономной
области. А в 1927 году в состав области был включен район Аллаго, до этого входивший в состав Грузии и населенный вайнахскими народностями, кистинцами, малхистинцами и майстинцами. Еще через два года к Чеченской автономной области была присоединена и территория упраздненного Сунжинского казачьего округа. Сталин долго сопротивлялся, но Микоян добился создания Чечено-Ингушской автономии и ряда автономий Северокавказских республик. Одно время даже Карачаевск назывался Микоян-Шахар. Поэтому во время депортации чеченцев, ингушей и других народов Кавказа из своих земель в Казахстан, ряд чеченской интеллигенции обратилась именно к Микояну, чтобы тот как-то воздействовал на Сталина и остановил процесс. Но Сталин был уже не тот, что в 20-х годах, когда Микоян еще мог как-то воздействовать на него. Вкупе с Берией Сталин депортировал население и ни о чем не хотел слышать. Так что азербайджанским трусам-пропагандистам, которые хотят чужими руками вернуть себе Карабах, стоит взяться за голову, а лучше за мозг. Он находится в черепной коробке, и его латинское название «церебрум». Также почитать независимые источники Буденного, Ворошилова, документы и прочее, прежде чем стравливать кого-либо. Ведь нам уже так много лет, что ваши псевдоисточники и псевдоученые только забавят, а не поучают. Я понимаю, что под этим выпуском будут фейковые страницы азербайджанцев, косящих под чеченцев и пишущих гадости. Возможно, даже на чеченском. Но поверьте, ваша клоунада известна давно. Клоунада вперемешку с тупостью. Наверное, не зря имя Ильхам только в Азербайджане мужское. В Турции, Иране, например, это женское имя. И там привыкли к сочетанию Ильхам-Ханум. Ваши же Ильхамы единственные на мусульманском Востоке усатые Ильхамы. И еще один немаловажный факт, который будет любопытен и, возможно, откроет взгляд на то, почему история в Азербайджане противоречит мировой истории. Дело в том, что в азербайджанском языке нет слова «просвещение» в качестве образования. Да и образование как термина тоже нет. И то, и другое взято из арабского «тахсиль». Это с арабского «ташкиль». Но не это главное. В арабском языке знание будет «ариф», а незнание будет «мариф». Азербайджанский же язык позабавил тем, что, переняв слово, ошибочно перевернул противоречие. Например, арабское незнание – маариф. В азербайджанском это просвещение – маариф. Даже издательство с таким названием учебники одно время выпускало. Иначе говоря, тем, что арабы называют незнанием, азербайджанцы просвещаются. Каков язык? Такова и история. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе событий и истории в регионе.